Високосний год видався багатим на юбілейні шлюби на Могильовщині. Тільки у Могильові золотий юбілей відзначили 8 пар, срібрані – 4. А ось у Бобруйську сьоліта святкують навіть брильянтовий юбілей – 60 годів сумісного сімейного життя. З нагоди Міжнародного дня сім'ї брильянтових, ізумрудних і золотих юбіляру ушановували у Бобруйську з подарунками, невеликим концертом і, відомо, пожаданнями довгих годів. Яны прайшлі амаль усё жыццё з нягодамі, радасцямі, гледзячы ў адзін бок. Залатых, ізумрудных і брыльянтавых юбіляраў з Бабруйску сустракалі ў Палацы мастацтваў. Такі ўласны прыклад з расповедамі і парадамі доўгага сямейнага жыцця лічыць у Бабруйску вельмі карысны для маладых. Сям'я – это радасць і трудности большие. Ну, это нормальная жизнь. Без сям'і жизни я не представляю, как это. Для нее живешь, для детей, для внуков теперь все время забота. Летась в области взяли шлюб больше за 9 тысяч пар, однако молодь теперь не спешается регистровать относины, означают специалисты. Средний узрост молодых, якія справляют веселье, 25 год. Более 20 супружеских пар в год регистрируют свои юбилейные свадьбы в органах ЗАГСа города Бобруйска. А сейчас молодежь, глядя на супружеские пары, прожившие 25 и более лет, у нас участились свадьбы 5 лет совместной жизни, деревянная, розовая свадьба 10 лет совместной жизни. Шлюбного бума сёлета не прогнозуется, мовляв, высокосный год. Зато и нараджальность пошла у рост. Только у Бобруйску сёлета народилось на 48 деток больше, чем за такий ж летошний период. Кристина Кранкевич, Миколай Соболев, Новин регион.